Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас будет видео покупочка лошадей моему доп-аккаунту девочки-индейцу Хини Вестлайн. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Хочется купить лошадок, а в кармашке не гроша? Сообщество Royal Bullets Star Stable Company предлагает тебе свою помощь. Здесь можно пополнить абсолютно любой аккаунт Star Stable Online, в том числе и РУС аккаунты, да еще и по самым вкусным ценам. Спеши закупиться старкоинсами и купить себе много лошадок по ссылке в описании. Хина Вестлайн, да, девочка индеец, и у нее все лошади практически, насколько я помню, вестернского типа, в том числе вот эта вот красавица горная руна, тут у нас магический Paint Horse, и сегодня мы будем пополнять нашу коллекцию вестернских лошадок. К сожалению, правда, у нее 1203 старкоинса, я бы хотела, если честно, скупить ей всех Аполлус и всех Paint Horse'ов, но, к сожалению, пока что не могу себе этого позволить, поэтому сегодня мы будем покупать двух лошадей, и нужно будет выбрать либо двух Аполлус, двух Paint Horse'ов, или по одной из каждой породы. Вот, значит, среди Paint Horse'ов, на удивление, я бы могла подумать, что у нее уже есть много лошадей этой породы, но на самом деле все это не так. У нее только один Paint Horse, только это ее самый первый конь, самая первая лошадь, которого она купила, как только получила lifetime life, и вот он до сих пор у нее, считайте, единственный конь на конюшне этой породы. Значит, я хотела вообще сегодня купить американского Paint Horse Грозу, да. Потому что у нас есть Мустанг Спирит. Ну и вот этот вот красивый. Но учитывая количество СК, да, нужно выбрать всего лишь двух лошадок. Ни больше, ни меньше. К сожалению. Вот. Ну, видимо, Paint Horse вот этот мы покупаем точно. Давайте глянем, что у нас по Аполлузам. По Аполлузам у меня есть вот эта плюша. У меня есть Галактика из Фортпинта, которая не по скидке. И если бы у меня было бы побольше СК, я бы сказала, что так, мы сегодня берем по большей части гнедых коней. Я бы купила, наверное, вот эту Аполлузу, такую красивую. И я бы купила бы вместе с Грозой еще бы и вот этого Paint Horse. Уж очень сейчас, в данный момент, он мне нравится. Но, к сожалению, валюта не позволяет. Поэтому надо подумать. То есть у меня две Аполлузы. И... А, нет, стоп, у меня два Paint Horse, но второй Paint Horse — это вот этот магик, о котором я забыла, скажем так. Прости меня, пожалуйста, Руна. Вот, так что... сейчас подумаем. Подумаем. Мы покупаем Грозу в ее родном виде. СК мы сейчас не будем как бы лишне тратить, и назовем ее по возможности просто... А, просто Гроза у нас не получится. Почему у нас есть Гром, но нету Грозы в первой ячейке? У нас... Ой, я совсем вышла из покупки. А здесь у нас... Вот тут Гроза должна быть. Да, Гроза. Свободная? Давайте... Да, вот. Раз у нас нельзя Грозу прописать в первой части имени, а в первой части имени обязательно должно быть имя, то мы назовем ее просто Свободная Гроза. Но как бы знаю, что это Гроза. Но, кстати... Кстати... А вот, кстати, а может быть, мы пойдем дальше и назовем ее так, как она должна называться в принципе в оригинале, потому что Гроза называется в русском переводе, а в оригинале, насколько я помню, Рейнана — это дождь. Нас нету дождя? Да ладно, не может быть. Не может быть, да? Ди-до, ди-до-до, Добрыня, доллар, доля, домоседка, дра... Все? Нету дождя? Не, ну, в англоязычной версии, наверное, есть. Только вот я уже не уверена, может быть, как раз-таки Гроза там и будет, Рейн? Ну, я не знаю, честно.
Меня обломили дважды. Неприятно, однако. Ну, значит, свободная гроза. К сожалению. Вот так вот. Вот так вот обламываются минами. Ну, ладно, все равно мы будем знать, что это та самая красотка из мультика Спирит. Тем более, что на этой конюшне, на конюшне данного персонажа ее уже ждет. Ну, скажем так, суженый. Так, значит, американский пентхорс третьего поколения. Взрослая кобыла, свободная гроза. И 499 СК, скидочки. Редко покупаю кого-то на скидках. Покупаем. Ту-ту-ту-ту. Здравствуй. Здравствуй. Вообще удивительно, что я за столько лет ее так и не купила. Я очень давно, я ее даже, по-моему, выращивала у себя в приложении и так и не купила. Но, знаете, видимо, все к лучшему. Отправить на конюшню. И там у нас осталось 704 старкоинса, кого бы купить. Копить мне на этом аккаунте не на кого. Та лошадь, которую я предположительно буду покупать, выйдет только в следующем году. Это значит, что у меня еще в запасе есть 6 месяцев, и я успею накопить без шансов и без вариантов. Так, значит, а вот теперь сложненько. Еще один пейнт. Или еще одна Апалуза. А давайте мы их рядом поставим, что-то я их как-то далеко разбросала. Вот это. Я влюбилась в эту масть Апалузы после того, как купила ее подписчица. Я прям просто была в восторге от этой масти. Так, ну здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Мои хорошенькие, кого же бы взять? Ну вот я так смотрю. Даже если прическу мы поменяем. У тебя косичка тут? У тебя тут косичка. Нет, косичку нам не надо. Дайте нам такую же гриву. Только без косички. Да, вот она. Как же сложно. Но все возможно. Так. У меня один пейнт. Плюс один пейнт май. У меня одна Апалуза. Плюс Апалуза из Фортпинта. У меня плюс еще один пейнт, потому что я купила грозу. Следовательно, мне нужно купить, наверное, еще одну Апалузу. Вот, я думаю, да. Я думаю, это хорошая идея. Так, а почему прическа сбросилась? Верните мне вот эту вот там вот стрижечку. Или вот эту. А ты вообще кто будешь? У меня, по-моему, предыдущая Апалуза, они одна кобыла, это как раз-таки гроза, или гроза же она тоже, да? Нет, кто? Галактика. Я уже все перепутала. Галактика. А, значит, другая Апалуза у меня мальчик. Значит, это будет... Наверное, хочу... мальчика, чтобы это был мальчик, наверное. Так, значит, взрослый жеребец, и ты будешь... Ша-ша-ша-ша-ша. Кто ты? Давай, кто ты есть? Выйди на свет. Истинная июньская, нет, уже, к сожалению, сентябрь. Капризный карамельный картофельный. Нет у нас больше празднования Дня картошки отдельным видом. Книжная, кожаная, господи, книжная, кожаная, кокосовый. Ну, кстати, в принципе, можно. У меня же нет никого кокосового, я надеюсь. Бестия, безумие, бездна, бегония, близнец, богач, бродяга. Кокосовый бродяга? Ну, бродяга, это прям какой-то... Не нравится, конечно, ассоциация с Сириусом Блэком, по-моему, да? Но нет, спасибо. Бухта, былина, былинка, ваниль, васаби. Вера, верность. Кокосовый ветер, вихрь. Кто ты такой? Помогите. Г-г-г-г-в... Выстрел? Высь? Нет. Гадалка, гальчика, галька, гармония. Это что такое? Герой, гимн. Что-то прям как-то сложно идет с этим товарищем. Грива, кокосовый.
Кокосовая есть. Кокосовый. Сложно. Что-то прям я не знаю, как-то не идет. Давно такого не было. Обычно у меня именно быстро приходят. А тут как-то никак. Кокосовый орел. А у меня орел есть на этом аккаунте? Нет? Или есть? Ох, опа. Дайте список. Вот можно вот тут сбоку делать список уже имеющихся имен на конюшне. Можно даже без породы. Просто список пород. О, имен. Кокосовый полет. Полумрак, помидора, порода, порыв. Ну, вот уже что-то ближе. Так, прахом называть не будем. Приятель. Кокосовый приятель. Ну, вот, кстати, вот это вот мне пока что больше всего нравится. Пока что. Разбойника нету. Ритм. Кокосовый ритм. Нет, не хочу. Руна, рыбка, рывок. Ну, знаете, наверное, нет. Наверное, вот то, что у нас там сейчас. Кокосовый приятель. Да, пожалуй, так и назовем, иначе я еще вечность буду тут сидеть и думать, как тебя называть. Фух, так, Аполлуза третьего поколения, взрослый жеребец, кокосовый приятель. Сейчас бац приедет на конюшню, а такой уже есть. Да не может быть. 518 СК с учетом изменения стрижки. У меня 704. И покупаем. Господи, какой ты красивый. Я вот после того, как подписчикам коней покупала, многие породы засели мне в душу. И вот эту красотуля, одна из них, отправить на конюшню. Все. Ура, счастье. Все, мы бегом едем на конюшню и смотрим наших новых коней. Вот мы и приехали уже на конюшню, и у нас здесь стоит только... Гроза. Да, я, кстати, скупила здесь еще всех пентебианов. Бессъемочно. Здесь ничего страшного. Главное, на Дашу Панихом всех скупаем. Так, и мы ищем. Мы ищем. Где? Вот. Смотрим. У меня есть чудное облако. Red Rock. Горные руны. Свободный дух. Звездная галактика. Солнечная стрела. И Freedom Way. Вот, все, отлично. Дубли нету. Здравствуй. Господи, я тебе столько хотела, столько выращивала, все никак не покупала. Гроза, я тебя ждала, наверное, ровно, не знаю, столько, сколько ты вышла в приложении. Наверное, с тех пор я тебе никак не могу прям купить, потому что я тебя выращивала с первого дня твоего заезда в Star Stable Horses. Это же было очень давно. Повышаем уровень. Красотуля какая, я прям не могу, ну красоточка. Так, и подходим к кокосовому приятелю. Здравствуй. А, кстати, у нас кто тут? Freedom Way. А, стоп, я полуз должен смотреть. Жеребён. А, солнечная стрела у нас вообще же ребенок. Но я вот не помню, кобылка? Кобылка? Я купила первого жеребца Аполлузы на свой аккаунт. Ой, слушайте, это была хорошая идея. У меня единственный мальчик Аполлуза в конюшне. Так, кормим, чистим, любим, леем. У него сердечко на носу, что? Стоять. Стой. У него сердечки на носу. Вот раз большое сердечко. И вот там еще два маленьких. И может быть даже вот это подобие сердечка. Какая прелесть. Второе видео подряд с покупкой лошадей. С ярмарки. И второй раз это по две лошади. Господи, я давно так не покупала. Ну, понятное дело, что когда я спасаю породу, там и больше. Но когда потом покупаешь лошадку по скидке, это очень приятно. Так, что я хочу сделать? Я хочу сделать то, что я хотела сделать уже сколько месяца? Два?
кто у нас там последний вышел, я не помню. Если... А, нет, стоп, какой два? Получается, уже 3 месяца прошло с выхода Мустанга, если не 4. Так, так, Спирит, прости, у меня места нету в рюкзаке, чтобы тебя раздеть. Это же просто... Какие вы хорошие. Все-таки вот этот Спирит мне нравится больше, чем тот, который более желтый. Потому что у более желтого градиент на гриве, который мне вообще не нравится. Совет да любовь, ребята, совет да любовь. Ай, господи, у меня на конюшне теперь есть имитация Спирит и Рейн. Так, все, спокойно. Не надо идти пересматривать Спирит, а ты смотрела его только недавно. Так, ну и кокосовый приятель. Надо посмотреть, что у меня вообще по амуниции. И... пам-пам-пам. Может быть, кстати, взять просто сет, который сейчас у меня лежит на почте. Ну да, у меня вестернского ничего нет. У меня тут все СК ушли где-то на одежду. Вот эту одежду где-то все ушло на коней. Поэтому, наверное, мы будем делать вот так. Ты не можешь? Нет, так дела не пойдут. Как уж мне на комплект на тебя надевать? Там у меня тут есть еще вестернское что-то? Нет, вестернского нету. Есть вот такая вот уздечка. Так. Я вот эту уздечку хочу. Кстати, красиво. Откуда она? С Хэллоуина, по-моему, раз там черепушка, нет? Так, и надо бы стащить вестонское... О, я знаю, я у кого стащу вестонское седло, кому оно не надо. Я его стащу с началочки. И там, по-моему, на ней же есть какой-то вольтра. Ну, пока что да. Потом надо разобраться, когда-нибудь закупиться еще седлами. Но, видимо, не сейчас. Так, и надо, я думаю, переодеться в какой-нибудь совершенно другой образ. Наверное, вот в этот. Наверное. Хотя... Так, это вот так вот. Вначале оденем мой родной образ, в котором я была. И тут мы переоденем вот так вот. Ну, красота! Так что, ребятушки, вот такая вот у нас сегодня покупочка вестернских лошадок получилась. Я очень рада, что наконец-то купила себе на конюшню грозу, учитывая то, что у меня все это время стоял и ждал ее Спирит. Да, вон он кивает, он очень-очень доволен. Вот, мне очень нравится кокосовый приятель, которого мы сегодня купили, так что я прям очень счастлива. Жалко, конечно, что пока что не могу скупить себе всю породу пейнхорсов и всех аполлус на данный аккаунт. Ну а на этом все, видео подошло к концу, спасибо, что посмотрели его, ставьте лайки и пишите комментарии. Кого вы покупали на этой ярмарке, когда она еще не ушла? Купили вы тоже грозу или тоже аполлузу? Расскажите, поделитесь, если ничего не рассказали под предыдущими видосиками. Так что на этом все, я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем видосике. Ой, как я рада, господи, какой он шоколадный! И гроза там на заднем фоне.